Открылась лавка у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем золото в Терра онлайн. Интересует? Напиши нам ВКонтакте, Аське или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребят! С вами Нитрич и играем в Терра онлайн. Сегодня очередное видео к подготовке. Подготовки к заточке. Так, и сегодня коробочки с кумасов, которые дорогие. По 500 голды каждая штучка. Буду открывать 500 штук, получается у нас 250 тысяч золота. С них я, конечно же, хочу вытащить как можно больше ингредиентов для крафта, а это именно так, хмельная храбрость, которая сейчас на аукционе стоит по 1600. Ну, там буквально стоит пару штук, там, по-моему, 10-10, а потом 1-2, и все, уже цена пошла 2000 и выше. То есть, если хочешь все собрать, нужно еще и вылавливать. Вот, открою 500 штук, надеюсь, мне повезет, будет много-много-много вкусняшек и как можно больше масла. Хотя, немножко поинтересовался у ребят, даже с 200 сундуков, бывает, достанут буквально 15-18 штук. Но это очень не повезло. Очень крупно не повезло. Так. Ух. Ну что, поехали просирать бабки. Надеюсь, все будет хорошо. Погнали. Так, ну свитки будут давать 100%. Мастерский свиток печати Энигмы уже, по-моему, цена упала аж до 100. 100 золота, по-моему, да, он стоит. До этого он стоил 150. Тут, по-моему, еще с этих коробок должны быть драгоценные камни. Или не падают с них. Или падают. Ну вот, как видите, уже открыл 12 штук, а масла пока не видать. Ладно, главное, чтобы еще что-нибудь прокнуло. Какой-то новый осколок красненький. Такого я не видел. Ну вот и первое масло. Совсем недавно, а это когда было вчера, открывал 1000 сундуков. Если вы видео посмотрели предыдущее, там я просто заколебался тыкать. Тут, я думаю, первую сотню преодолеем. А потом можно будет и как-нибудь побыстрее ускорить процесс. Блин, лишь бы окупилось. Хотя бы окупилось. Если окупится, будет супер просто. Так, отходим мы. 50. Как видите, хмельная храбрость, она вот где, x1, то есть даже если когда вылетает x большой, мне это просто-напросто не действует. Ух, прикиньте, если бы было хмельная храбрость там x7. Сразу, просто сразу. Куча бабоса. Так. Вообще, получается, самый дорогой это что? Закрепители чар. Да, закрепители чар. Шедевралка сейчас тоже в цене уже по 50. Ну и после этих сундуков буду крафтить топор, мастерворкать его, соответственно. Уж мастерворков-то дофигища. Ну и сразу же точить на плюс 15. Так, финишная прямая. Как всегда, спам прилетает. Не дает записать видео нормально. Так, ну вот преодолели мы сотню. И тут, пожалуй,
по-быстрому откроем. Ну, наконец-таки осталось последние 10 штук. Ух. Рука дымится. Два, один, все. Я закончил. Сколько получилось? 109 штук. 109 штук. Это у нас получается... 115 тысяч, если по полторы. Ну, приблизительно, да? Новые ресурсы для крафта шмота. В общем, ох, свитков, да? Раз, два, три, четыре, пять. 500. 500 сундуков, 500 свитков и еще куча всего. Нужно посчитать и скажу, сколько получилось. Надеюсь, хотя бы окупилось. Ну что тут сказать? Иха! Повезло! Одного масла только вышло 174 тысячи. Всего остального барахла на 140 тысяч, если по минималке продать. Ну а если бы я продал сундуки, было бы 250 тысяч голды. По 500, если бы я их продал, не по 450. Вау! Супер! Ну, теперь надо переходить к топору. Мастерворкать его, точить, ролить статы. Ух, видео будет долгим. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте. Пишите свои комментарии, у кого что получилось, как кому везло. С удовольствием все прочту, отвечу. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.